Администрация Ростова ответила на претензии горожан по требованию оплаты за парковку у Грибного канала. Вот схема. Участок с платной парковкой – частная собственность ООО «Арена». А со стороны водно-спортивного объекта «Акватория» парковаться можно бесплатно. И для этого есть больше 1000 мест. Там новая входная группа Грибного канала, расстояние до административного здания – 300 метров. Ну а без машины к «Акватории» можно добраться на троллейбусе номер 7. Он уже ходит с июня, а в сентябре будет установлен остановочный комплекс.